Класснючие музыканты, Honey Music Band из города Киева сегодня на вечеринке по мотивам знаменитейшего фильма «Люди в черном» в Перхоле энд Клабе «Пробка». Сегодня играет очень классная группа, Honey Music Band играет. Приехали к нам из Киева. Но помимо этого у нас сегодня еще очень классная вокалистка работает, Милена из группы Милен Паса Бенд. Ну, и явная инопланетянка тоже, явно. Она, да, но это добрая инопланетянка, она крутая. Скажи, пожалуйста, а как распознать инопланетян? Вот вокруг видишь, как много людей, совершенно разных. Наверное, люди, у которых есть часы, те инопланетяне. Так тут почти все, ты что? Здесь что? А, здесь сходничок инопланетян, да, сегодня? Да, да. Здесь закрытая вечеринка. Я к тебе как к спецагенту космическому хочу обратиться. Космические шпионы окружают нас, они везде. Злобные инопланетяне. Да, злобные инопланетяне будут наказаны. Как в известной песне Тимати, грязные инопланетяне будут наказаны, вымыты, выбриты, маслом измазаны. Инопланетяне не пьют пиво. Вот в чем дело. Если пьет пиво, знаешь, наш человек. Вон девушка сидит со мной, кстати. Заметьте, внимание на глаза. Да, что? Один, второй. Она пришелец. И пьет пиво. Они пьют пиво. Да, они все-таки пьют пиво. Все. Дело в том, что физическую форму, даже великолепную, надо поддерживать. Потому что, ну, это как, чуть расслабился и все, форма ушла. Поэтому, конечно, без необходимых процедур, мероприятий, форма теряется. Вот. Смотри, он к нам приближается. Уйди, уйди. Сделай с ним что-нибудь, я прошу надо тебя. Что-то... Иди сюда. Ты наказал его, молодец. Все, пока-пока. Давай, приходи завтра. У нас Амстердам патчер. Ты тоже в этом костюме будешь нормально смотреться. Вообще-то мы люди, живущие в парадигме, в современной философской парадигме, должны быть благодарны фильму «Люди в черном» за очень важную мысль. Очень важную мысль. Это мысль о том, что нас окружают различные формы жизни. И мы в силу наших представлений о жизни и о мироздании вообще даже представить себе не можем, какими они могут быть, инопланетяне. Я, например, все больше склоняюсь к той мысли уже, к определенному возрасту, что женщины – это инопланетяне. Ну, согласитесь, они везде, они среди нас, и мы к ним, конечно, привыкли в определенном смысле, но не до конца. Ходят на ходулях, красят лицо и волосы, и, главное, ведут себя совершенно неадекватно. Для нас, людей в черном, всегда будет много работы на этой планете, всегда. Ваша серия вечеринок «80 дней вокруг света» продолжается? Да. Да. Будет Шотландия очень скоро. Шотландские виски, мужчины в юбках. Прикольно. Джеймс Бонд, он же из Шотландии тоже. Лохнесское чудовище тоже.